что, ура! Мы играли! Клево! Ну вот мы как раз находимся на одном месте, историческом, я бы сказал, где в 1945 году, в конце апреля, подвесили мертвое тело Муссолини и Итачи, его любовницы. Вот именно здесь, на этом месте, вот сзади за моей спиной здание, здесь раньше была заправка. И на раме этой заправки подвесили их тела вместе с остальными фашистами. Вот. Так что тут такое место. Вообще-то убили их где-то километров 70-60 от этого места, да? И расстреляли Муссолини. Итачи попала, потому что она его начала защищать своим телом и была тоже убита. Привезена потом сюда в конце апреля 45 года, их села привезли и подвесили на этой заправке, которая сзади за моей спиной была раньше заправка. Вот такой вот интересный факт. Так что это подвешивали итальянцы, так что мне немножечко даже страшновато тут ходить, как бы нас за одно место не подвесили. Будет все нормально. Это Милан. Самый модный город в Европе, я бы сказал. Все ходят как на подиум. Ну и мы стараемся не отставать. Мы сейчас находимся в Санта-Мария делла Грация. Грация, по-моему, если правильно назвал. Вот, здесь мы сейчас вечером приехали и хотим попасть на фреску, хотя ее говорят неправильно называть фреской, а роспись Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Она здесь в оригинальном виде и запускают туда только на 15 минут. Вот, и поэтому мы тут уже рвали когти, купили билеты. Билеты надо еще как бы подтвердить, что ли. Вот, и тогда запускают на 15 минут, и я надеюсь, я там что-нибудь сфотографирую. И, может быть, даже на видео сниму. Ну, вот этот собор, как его еще назвать. Вот. И так что... Эмма уже бедная волнуется, почему, где я пропал. Сейчас буду, дорогая. Как обещал, попали в этот музей, где фреска или роспись Леонардо да Винчи. Красиво смотрится исторически и интересно. День, и мы почти что в Венеции.
Ну, это не Венеция, это тоже Милан. И вот такой вот канал красивый. Вот. И, как Эмма говорит, на базарчик похож. По чистоте и грязноте. Да-да-да. Ну, ничего, тут мостики такие перекинуты. Вот. Приехали сегодня полюбоваться. Посидим, наверное, в барчике где-нибудь, я так надеюсь, если он открыт. Хотя Эмма сомневается. Вот, ну как, грязь и водичка, очень даже по-нашему. Эмма, ручкой помаши. Ну вот. Конец видео. Эмма, ручкой помаши. Ну вот. Конец видео. Ну вот, мы вошли внутрь кафедрального собора Рождества Девы Марии. Это внутреннее убранство. Очень грандиозный собор. И даже не знаю, что снимать. А это центральная... Алтарь центральный. Это самое близкое, где мы смогли куда добраться. А наверху там где-то вот за этой, по-моему, сеткой, там распятие и гвоздь. Считается, что им был прибит Иисус Христос. И его раз в год опускают вниз, куда-то укладывают, видимо, и потом обратно на место укладывают, где-то там его. И в этом соборе короновался Наполеон. Он короновался королем Италии, потому что он был не только королем Франции, но и Италии. Так что вот так. Это археология под Миланским собором, ну как бы в подвале. Здесь крещение проводили, вон там такая емкость, какие-то года, наверное, после строительства.
место интересно. Таким образом сбываются желания. А какие у них желания, неизвестно. Ну, что называется, пришли на крышу. А выше будем подниматься? Вон там Дева Мария позолоченная. Как-то так. Пошли туда. Вот такая терраса на Миланском соборе. Также много тут чего можно фотографировать, снимать. Не знаешь, куда чего посмотреть. Я так понимаю, мы попали на самый верх крыши собора. Вот эта крыша. А вот там наверху Дева Мария. Итальянский она называется Мадонна. Вот тут вот такие вот. В дождь, конечно, тут будет скользко. Вот мы пришли к музею театра Ла Скала. Здесь проходят всякие театры и т.д. и т.п. Вот. А рядом с театром памятник Леонардо да Винчи. Вот он тут во всей своей красе. Ну как тебе Ла Скала? Пойдем сегодня в театр? Мы так думаем, что... Не пойдем. Не пойдем. Хватит, что мы туда-сюда пришли, посмотрели, обласкали его, Ла Скала. Вот. Ну что, знаменитое место, знаменитое здание. Ничем особенно оно от других, я бы сказал, не отличается. Но мы тут были. Поставим галочку.
Попали мы в замок Сфорца. Что я знаю про этот замок, так это то, что он как бы похож на Кремль московский. Потому что вот если посмотреть сзади за моей спиной, там зубья такие на стене. Это как в Кремле в Москве. Потому что московский Кремль строили итальянцы, и они взяли как бы вот отсюда как пример строительства московского Кремля.